Они весь год работали и верили, что попадут в наш фестиваль «Песни года». И это получилось. Музыка Артем Авадьяев, слова Юлиан Юрков. Давай по-хорошему. На сцене неподражаемый народный артист России Николай Басков и народная артистка Российской Федерации, роскошная Лариса Долина. Снова в безбрежности медленно тонем, искорки нежности грея в ладонях. Но почему же преследуют снова тени минувшего, тени былого? Пристально в спину глядят и разлучить нас хотят. Прошу, давай по-хорошему, не отпускай меня в прошлое. Запутай эти следы там, где со мной не ты. Пути у нас очень сложные. Прошу, давай по-хорошему, во имя нашей любви. Не отпускай, храни, давай по-хорошему. Руку возьми мою и забери. Усталую из лабиринта, если любовью развеять готова тени минувшего, тени былого. Если мне, глядя в глаза, так же захочешь сказать. Прошу, давай по-хорошему, не опускай меня в прошлое. Запутай эти следы там, где со мной не ты. Пути у нас очень сложные. Прошу, давай по-хорошему, во имя нашей любви. Не отпускай, храни, давай по-хорошему. Прошу, давай по-хорошему, не отпускай меня в прошлое. Запутай эти следы там, где со мною не ты. Пути у нас очень сложные. Прошу, давай по-хорошему, во имя нашей любви. Не отпускай, храни, давай по-хорошему.